Всем привет, с вами Артур. Сегодня два легких ремонта и два коротких видео. Видео номер один. Citroen. Ремонт правого заднего крыла. Для ремонта буду использовать споттер.
немного шпаклевки и грунта. Здесь моя работа закончена. Теперь второе короткое видео и легкий ремонт. Ремонт алюминиевого капота от Mercedes. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!